Дорогие друзья, я приветствую вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа и радуюсь возможности служить Господу, служить вам, открывать вместе с вами Слово Божье, читать его вместе и возрастать в нашем Господе. Мы собираемся по утрам. Для меня это очень большое благословение, как и для тех, кто так регулярно, я думаю, тоже испытывает то же самое, что и я испытываю. Мы размышляем сейчас, читая книгу, размышляли о своей нужде. И книга, которую мы читали последнее время, это где-то чуть больше, около 2 недель мы ее читали. Она называется «Шаги к личному возрождению» Хельмута Хаубельта. Читая эту книгу, многое открывается. Такого, что вроде бы в жизни ты не сконцентрирован на этом. И вроде бы все нормально, все как у всех, все как-то идет. Но есть какие-то проблемы, есть какие-то переживания, есть желание лучшего. Но книга, она затронула очень важный такой, знаете, не книга, а сам автор затронул в этой книге очень важный такой, не знаю, аспект нашей христианской жизни. В чем наши проблемы? И как выйти из этих проблем? Как решить эти проблемы? Имеется в виду христианские проблемы, потому что не имеется в виду мир, а имеется в виду наше христианское общество. Потому что нужда во Святом Духе — это самая большая нужда христиан. Проектор выключить. И автор делится своими собственными переживаниями. Я просто для тех, кто слушал, это будет как повторение, а для тех, кто не слышал, может быть откровением. Проблема в том, что с нами что-то происходит, то, что мы даже не понимаем, что с нами происходит. Автор однажды задумался, это пастор, он уже довольно пожилой человек, он задумался, почему молодежь уходит из наших церквей, почему мы такие инертные, почему мы такие, знаете, полуживые, тепленькие. Да? В Библии сказано, в 3 главе книги Откровения говорится, что мы теплые. Что с нами происходит, почему? И он приходит к выводу, что нет востребованности Духа Святого. И это главная проблема. И вы знаете, даже последний раз, когда мы собирались, мы затронули этот вопрос. И мы вроде понимаем умом, что это нужно подчиниться Духу Святому, важно быть исполненным Духом Святым. Но самое главное — это испытать нужду в Духе Святом. Почему мы ее не испытываем? Почему сердце остается таким, знаете, равнодушным к этому? Во-первых, одна из причин, потому что мы никогда и не испытывали полноту Духа Святого, чтобы знать, как это хорошо, как это важно. Мы читаем на страницах Священного Писания опыты наших братьев в прошлом, например, после Пятидесятницы, и в день Пятидесятницы, что Бог творил через них чудеса. Тень проходящего Петра, да, исцеляла больных. Там платок апостола Павла обладал чудодейственной силой. Но не сам платок, и не сама тень Петра была такой, но Дух Святой, который исполнял этих людей всею полнотою, он совершал эти чудеса.
Потому что, если вы помните, в третьей главе книги «Деяния апостолов» описано, когда апостолы проходили мимо храма, и сидел человек, которого приносили туда, нищий, у которого он ходить не мог. И апостол взял ему, потянул за руку и говорит: «Встань и ходи». И он встал и начал ходить. И тут весь народ, весь в таком, знаете, шоке. Что же это произошло? Он говорит: «А вы что думаете, что мы своим благочестием это сделали, и либо своей силой мы это сделали?» Нет, это действительно сила Божья совершает такие чудеса. Но вот вопрос: хочу ли я, чтобы Бог вот так вот через меня работал? Есть ли у меня такая нужда, чтобы быть таким орудием в руках Божьих? Вот в чем вопрос. Имею ли я это желание? Потому что Бог никогда не сделает ничего насильно через нас, если мы, ну не то, что мы ничего не делаем, мы даже не желаем этого, понимаете? Вот в чем проблема. Умом вроде бы да, я хочу этого. Но Бог говорит, что здесь нужна жажда, здесь нужно все подчинить этой цели для того, чтобы это произошло. Ну, давайте мы почитаем. Я так буду, может быть, что-то целиком зачитывать, а что-то будем комментировать. Мы прочитаем вторую главу. Она такая примечательная, потому что в ней открывается в основном наша проблема. Ставится диагноз. Я думаю, что каждый для себя лично должен понять, что же с ним происходит. Итак. Существует ли духовная причина наших проблем? Не кроется ли она в небрежении Святым Духом? Библия отвечает: «Желаете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Так писал апостол Иаков, это 4 глава, 2-3 текст. Вроде бы мы знаем, что это нужно. Там кто-то пришел, может быть, открыть дверь. Пришли и ушли. Наш Господь Иисус настойчиво, но с любовью призывает нас просить Святого Духа. И так мы должны делать это постоянно. Они говорят о Христе и Святом Духе, однако не получают от этого никакой пользы, так как не вверяют себя божественной силе. Так написано в книге «Желание веков», 672 страница. Наша церковь уже некоторое время молится о возрождении, и это очень важно. Эллен Уайт говорит: «Наши церкви сегодня нуждаются в крещении Святым Духом. Почему же мы не алчим и не жаждем дара Духа? Ведь это средство, с помощью которого можно получить силу. Почему мы не говорим об этом, не молимся об этом, не проповедуем это?» Очень хорошо, что мы молимся о возрождении. Но мы должны не только молиться, но также, как говорит Марк Финли, применять на практике библейские элементы возрождения. Разрешите пригласить вас пройти шаги к духовному возрождению. Многих из вас они приведут к более богатой и благословенной жизни. Но для начала давайте рассмотрим проблему. Мы подойдем к этому со всей серьезностью, потому что иначе не сможем увидеть важности и необходимости в переменах. Если мы не знаем собственного диагноза, как мы можем вылечиться, правда? Затем мы найдем Божье решение, ведь Он предлагает нам безграничное благословение. И в завершение мы подумаем, как можно применить эти истины в жизни. То, что в нашей жизни не достает Святого Духа, это не значит, что все, что мы делали, было напрасным. Всегда было и сегодня есть множество хороших планов и программ. И Господь благословляет наши человеческие усилия. Но насколько большими могли бы быть результаты, и насколько лучшей могла бы оказаться наша ситуация, если бы мы действительно жили со Святым Духом, были бы более близки с Ним, это знает только Бог. Церковь Божья тогда двигалась бы только в направлении неба как в прошлом, так и в будущем. Интересно сказал об этом Генри Блэкаби. За полгода работы с посвященным народом он, Бог,
может совершить больше, чем мы совершили бы за 60 лет без Него. Видите? Итак, смысл возрождения заключается в незамедлительном следовании по правильному пути под Божьим руководством, что и приведет к большему успеху. Именно это и происходит, когда мы наполняемся Святым Духом. Но давайте рассмотрим пример. Пастор говорит проповедь. Его весть могут услышать и принять все, многие, некоторые или вообще никто. Вот возьмем даже нашу ситуацию, когда говорится проповедь. Все, что говорится, могут принять все. Могут принять многие, могут некоторые, а могут вообще никто не принять то, что говорится из-за кафедры. Итак, Его весть, как мы уже сказали, можно услышать, а можно и не услышать. Если эту весть принимают и применяют в жизни все или хотя бы многие, это уже можно назвать великим успехом. Вот что хочет дать нам Святой Дух. А теперь вопрос. А если ничего не происходит в нашей жизни? Или там, может быть, 1-2 человека принимает то, что говорится за кафедрой. О чем это говорит? Ну, о чем? Я боюсь, что мы умираем, а не просто спим. Значит, Дух Святой не работает в нас. Почему? А теперь давайте дальше будем рассматривать проблему. Существует три группы людей среди христиан. И их личные отношения с Богом. В Божьем Слове мы находим описание трех групп людей в соответствии с их личными отношениями с Богом. Внутри каждой группы есть множество нюансов, зависящих от воспитания, характера, саморазвития, возраста, культуры, образования. Но все же основных групп, отражающих отношения человека и Бога, остается три. Первое. Того, у кого вообще нет никаких отношений, Библия называет душевным человеком. Вторая группа. Полноценные, настоящие отношения складываются у духовного человека. И третья группа. А тех, у кого выстроены формальные, притворные отношения с Богом, Библия описывает как телесных или плотских людей. Как вам такое определение? Итак, возьмем три группы, да, автор говорит. Это душевные, которые вообще никаких отношений не имеют с Богом. Ну, мирские люди, будем так говорить. Имеющие отношения полноценные, такие, как должны быть. Я считаю, что это когда человек исполнен Духа Святого. Либо же он в процессе этого исполнения, он жаждет, постоянно испытывает эту жажду и стремится быть исполненным Духом Святым. Это духовный человек. И, наконец, третий, который имеет притворные отношения. И либо формальные отношения с Богом. Теперь смотрите. Вот эти все три категории, душевный, духовный и плотской, они не являются окончательными определениями. Они просто описывают уровень отношений между человеком и Богом. Где же описаны эти три группы людей? Они описаны в одном отрывке. 1 Коринфянам 2 глава, можете открыть. Священное Писание, 1 Коринфянам 2 глава и 1 Коринфянам 3 глава. Там мы прочитаем об этих группах людей. Ну и давайте сначала поговорим немного о душевном человеке. Он живет в мире. Однако даже беглый взгляд поможет нам понять, где спрятана главная проблема. Главное правильно определить, какой группе принадлежите вы. Поэтому наше исследование поможет вам провести определенный самоанализ. Только давайте смотреть не на жизнь окружающих братьев и сестер, а на себя. Итак, какие главные критерии принадлежности к той или иной группе? Ну и как уже было сказано, что все эти три группы отличаются уровнем отношений со Святым Духом и с Богом. Итак, душевный человек.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Это 14 текст 2 главы 1 Коринфянам. Так? «У душевного человека нет никаких отношений со Святым Духом. Он живет в мире и не думает о Боге или совсем редко задумывается о нем». А теперь давайте духовные и плотские люди. Кто такие? Это еще две категории, да? Больше всего об этих двух группах людей написано в 1 Коринфянам во 2 и 3 главе, а также в Римлянам 8 главе с 1 по 17 текст и в Галатам 4 и 6 главе. Следует отметить, что как у одной, так и у другой группы есть отношения со Святым Духом. Видите? У плотского и у духовного есть отношения со Святым Духом. По замыслу Божьему Святой Дух является единственным связующим звеном между небом и землей. Так написано в книге «Желания веков», 322 страница. Вам нужно отдать все, свое сердце, свою волю, свое служение, отдать Ему всего себя, чтобы исполнять все Его повеления. И вы должны принять все, полноту благословения в лице Христа, чтобы Он пребывал в вас и был вашей силой, вашей праведностью и помогал бы вам быть послушными. Итак, духовный верующий человек. Давайте мы прочитаем 15-16 текст 2 главы 1 Коринфянам. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Второй перевод. «Духовный человек судит обо всем, а о нем самом судить никто не может. Кто, сказано в Писании, познал ум Господень, чтобы мог быть его советником? У нас же ум Христов». Духовный человек – это истинный христианин. Он назван духовным, потому что наполнен Святым Духом. Вот будьте внимательны к этим определениям, потому что дальше мы будем еще размышлять об этом и будем касаться этих вопросов. Но самое главное, как автор говорит, самое главное – это себе диагноз поставить. Каков я? Плотской я человек? А может быть, я вообще душевный человек? Понимаете? Или же я духовный человек? Духовный человек – это истинный христианин. Он назван духовным, потому что наполнен Святым Духом. Здесь мы также видим, что отношения со Святым Духом являются главным критерием духовного человека. Эти отношения у него хорошие и развивающиеся. Иисус является центром его жизни, и, как мы любим говорить, Иисус царит в его сердце. Духовный человек полностью и без остатка посвятил себя Иисусу. Он ежедневно подтверждает это, посвящая себя и все, чем он обладает, ему каждое утро. В Вестник Лаодикии он назван горячим, а в притче о десяти девах – мудрым. Подробно о нем написано в послании к римлянам, 8 главе с 1 по 17 текст. Помните, мы теперь, кто духом водимый, тот может называться сыном Божьим. И Галатам, 5 главе. «Он имеет жизнь с избытком» – Иоанна 10:10. Или, как говорит Павел, «дабы вам исполниться всею полнотою Божией» – Ефесянам 3:19. А теперь давайте о плотском христианине поговорим. О духовном, душевном мы уже знаем, и о духовном мы уже определили. Да? А теперь плотской верующий. Это интересная картина получается. Независимо от того, ходит человек в церковь один год или уже много лет, он все же может оставаться плотским христианином. Если, к своему удивлению, вы обнаружили, что в настоящий момент являетесь плотским христианином, не отчаивайтесь, а наоборот, радуйтесь, потому что у вас есть возможность измениться. Вы испытаете невероятную радость, обретя жизнь во Святом Духе. Я убежден, что многие плотские христиане находятся в таком положении неосознанно и от всего сердца желают расти в вере. Очень часто они находятся в подобном неведении не по своей вине. Только подумайте, вас ждет великая радость, когда Иисус через Святого Духа поселится в вашем сердце. Иисус говорит в Иоанна 15:11, «Радость ваша будет совершенной». Эти перемены шаг за шагом приведут нас к такой жизни с избытком, которую обещал сам Христос в Иоанна 10:10.
Но об этом чуть позже. И вы обретете твердое упование на вечную жизнь. Давайте прочитаем, что говорит апостол Павел плотским верующим в 1 Коринфянам 3 главе с 1 по 4 текст. Смотрите. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Ну, мы знаем все послание апостола Павла Коринфянам, и мы знаем и второе его послание, да? Там, где уже был результат от его первого письма. Но вот он называет этих верующих в Коринфе плотскими христианами, младенцами во Христе. Понимаете? Помните, я сравнивала с учениками. Пятерочники мы или двоечники мы? Какие мы христиане? Отличники или же двоечники? Хорошо. Как вы могли заметить, критерий, по которому Павел определяет верующих этой группы, это личные отношения со Святым Духом. В этих нескольких текстах апостол 4 раза называет их плотскими. А что это значит? Плотской – это человек, живущий силами плоти, природными способностями, которыми наделен каждый человек, который, по сути, спасается как? Делами своими, правда? То есть такой человек не исполнен Святым Духом или недостаточно исполнен Святым Духом, не полностью. Некоторые считают, что к этой группе людей относятся только те, кто живут в вопиющих грехах. Но это только одна из граней этой категории. Я хочу снова подчеркнуть, что внутри каждой из рассматриваемых групп есть множество оттенков. Посмотрите, как Павел обращается к плотским верующим. «Дорогие братья». Это говорит о том, что он писал прихожанам церкви. Однако апостол не мог говорить с ними, как с духовными. Это значит, они не были исполнены Святым Духом или были недостаточно исполнены Святым Духом. Он говорит с ними как с младенцами во Христе. Эти люди не выросли в вере, насколько должны были. Человек может обладать великими познаниями Писания, но все же не расти духовно. Духовный рост напрямую связан с посвящением Иисусу и постоянной жизнью со Святым Духом. Многие плотские христиане чувствуют неудовлетворение, разочарование, бесцельность или постоянно предпринимают безуспешные попытки что-то исправить. Другие плотские верующие привыкли к своему состоянию и вполне довольны им. Они могут говорить: «Мы просто грешники, мы не можем ничего изменить». Есть и другие плотские христиане. Они полны энтузиазма и довольны, что знают библейскую истину. Плотские верующие могут быть очень активными, занимать ответственные должности в местной церкви, даже в администрации. Они могут делать великие дела для Бога. В чем же заключается проблема? Иисус сказал, что не знает их. Матфея, 7 главе 22-23 тексте, мы можем прочитать, просто напомнить себе этот текст. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Ужасный приговор. Так вот, смотрите, в чем же действительно проблема? Христос сказал, что не знает таких христиан. У них никогда не было настоящих отношений с Иисусом, но были лишь притворные. Вот так пишет автор. То есть они играли роль. Вы знаете, каждый человек в жизни в
все равно исполняет какую-то роль. Вот, например, мама рожает ребенка, она переходит в другую роль, да? Она становится мамой. Не просто женщиной, она становится мамой. Кто-то там становится начальником, он уже играет роль начальника, ему надо соответствовать этой роли, правильно? У кого-то еще какая-то роль. Есть такие неосознанные роли, люди принимают, что диву даешься, как этот человек в одной ситуации он может играть такую роль, а в другой ситуации он может другую совершенно роль играть. Вот смотрите, в христианстве то же самое, есть роли. Роль христианина. Я играю эту роль. Понимаете? Вот почему автор называет это притворством. Это не просто казаться, а нужно быть таким. Вот почему эта проблема очень глубокая по своему содержанию. Но так как такой человек только кажется христианином, он называет себя искренне: «Я христианин, я хожу в церковь, я христианин». Но на самом деле он еще не христианин, потому что христианин – это тот, кто исполнен Духа Святого. Это удивительная истина. Итак, почему эти отношения были притворными? В их жизни не было посвящения. А может быть, они не смогли его сохранить? Иисус не жил в их сердцах посредством Святого Духа. Бывает видимая связь со Христом без подлинного единства с Ним – через веру, так пишет Дух пророчества. Бывает видимая связь со Христом без подлинного единства с Ним через веру. Подумайте, задумайтесь над этим выражением. Связь есть со Христом, но нет настоящего единства с Ним через веру. Почему в нас нет Христа? Недавно я прочитала об этом серьезные слова. Прежде чем вы прочитаете их, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы можем быть свободными от всего этого, если впустим в свою жизнь Святого Духа. Будьте внимательны. Дух, противоположный Духу Христа, отвергнет Христа, несмотря на формальное признание. Люди могут отречься от Христа сквернословием, пустословием, ложью или злоречием. Они могут отречься от Него нежеланием нести жизненное бремя и стремлением к греховным наслаждениям. Они могут отречься от Него бестактностью, самомнением, самооправданием, колебаниями, искушая Бога и упорно предпочитая тьму. То есть не желая вот этого полного посвящения, не желая полностью исполнится Духом Святым. Вроде бы ум мой хочет этого, но на самом деле человек отрицает это. Понимаете как? Это вообще это приговор. Всем этим люди доказывают, что в них нет Христа. Это желание веков. 357 страница. Но по милости Божией все может измениться. И мы вернемся к этой мысли в 3-й, в 5-й главе. Мы будем их тоже читать. А теперь вопрос. Почему важно довериться Богу и посвятить себя Ему? Слово Божие говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Бог желает исцелить и освободить нас, но поскольку для этого требуется коренное преобразование и обновление всего нашего естества, мы должны полностью покориться Ему. Наше эго недовольное, раздражительное, завистливое, обидчивое и так далее. Бог хочет освободить нас от этих чувств. Он призывает нас отдаться Ему, чтобы Он мог осуществить наш свой замысел. За нами выбор, желаем ли мы освободиться от рабства греха, чтобы приобщиться к свободе детей Божьих. В ответ на наше посвящение Бог подарит нам рождение свыше. Дальнейшая работа будет посвящена сохранению этого посвящения, то есть наше освящение. Это есть, по сути, работа по сохранению этого посвящения. И об этом будет дальше тоже, в следующей главе. Завтра утром мы ее будем слушать. О посвящении Богу Марис Венден
пишет: «Нет такого понятия, как частичное посвящение. Быть частично посвященным – это все равно, что быть немного беременной. Человек или посвящен, или нет, а среднего не дано». Хорошее определение, категоричное очень. А вот что пишет Эллен Уайт о ежедневном посвящении. «Только те будут признаны детьми Божьими, кто станет соработником Христа, кто скажет: Господи, все, что я имею, и весь я, все Твое». Итак, человек может находиться в церкви, но при этом быть потерянным. Как печально. Именно об этом говорится в вести к Лаодикии, а также в притче о десяти девах. А теперь еще один вопрос. А почему плотского верующего так трудно отличить? Ведь даже себе поставить этот диагноз очень сложно. Почему? Может быть, самооправдание, самомнение, да? Что еще может быть? Роль, к которой я уже привык. Я ее себе придумал, этот роль. Я сам себе режиссер, да, говорят? И сам себе актер. Это не потому, что мы кривляемся в христианстве, а потому что мы хотим такими быть, и мы привыкаем к этому желанию, но без посвящения. Помните вот то предложение, что Эллен Уайт писала, да? Мы можем иметь связь со Христом, но без подлинного посвящения Ему, без подлинных настоящих отношений с Ним. Итак, почему же плотского верующего так трудно отличить? Жизнь плотского человека зачастую наполнена религией. Поэтому он не всегда способен понять сам, что ему недостает чего-то важного, близких, спасительных отношений с Богом. Если человек не позволяет Христу управлять своей жизнью, то он стоит у двери и стучит. Откровение 3:20. «Все стою у двери и стучу». И Спаситель говорит: «Если ничего не изменится, я извергну тебя». Есть еще нечто, что играет большую роль. Благодаря крепкому основанию, стоящему на Библию, каждый из нас имеет твердое убеждение. В то же время мы желаем быть открытыми для новых исследований. Мы убеждены в истинности своих взглядов, и это нас вдохновляет. У нас есть большие познания, мы правильно говорим. И именно поэтому, оказывается, так сложно выявить проблему плотского человека. Видите? Какое вообще имеет значение, жил ли я когда-либо со Святым Духом? А может быть, я и не почувствую разницы даже. Видите? Очень важные вопросы. Один пастор пишет: «Мне только что позвонила одна сестра, которая принимала участие в программе «40 дней молитвы». Она сказала, что ее мир изменился. Всю свою жизнь она пыталась понять, чего не хватает в ее духовности. И теперь она узнала Святого Духа». Знаете, вот какое-то беспокойство, какое-то, вот говорит, не имется, что-то не так в жизни. А теперь, если бы вы слышали, как она рассказывает свой опыт. Она говорит, что впервые в своей жизни по-настоящему чувствует, что у нее есть отношения с Богом. Окружающие также заметили в ней большие перемены. Итак, мы видим, что человек может чувствовать, что ему чего-то не хватает, но не может определить, чего именно. Многие люди стремятся к чему-то лучшему, но не знают, к чему именно и как этого достичь. Я рад, что в 1 Коринфянам 3 главе, в первых вот этих четырех текстах, которые мы прочитали с вами, используется слово «еще», потому что вы еще плотские. Это значит, что у плотского человека есть шанс стать духовным. Никто не обязан оставаться плотским, и поскольку он находится в церкви, у него есть все благоприятные условия осознать это и изменить. Ну и немного позже мы будем говорить о том, как стать духовным человеком. Об этом есть целая глава этого автора. Также стоит обратить внимание на отношения в кругу верующих. Между вами зависть, споры и разногласия. Такое поведение говорит Павлу о том, что эти плотские верующие не живут Святым Духом, но действуют по плоти, как и все другие люди. Они поступают как душевные, только завернутые в религиозную обертку. Неужели это значит, что все противоречия в церковном обществе происходят из-за плотских верующих? Обратите внимание, во времена Иисуса фарисеи и саддукеи также спорили друг с другом.
Это значит, что уже тогда были разногласия между либеральными и консервативными верующими. Одни искали мелочи как повод для ссор, а другие относились ко многим вопросам свободно. Но и те, и другие были убеждены, что правильно толкуют Писание и поступают поистине. Иисус показал, что обе группы были плотскими, то есть неисполненными Духа Святого. Подобное возможно и сегодня. И консервативные христиане также могут оказаться плотскими христианами. А кто такие плотские консервативные христиане? Давайте. Да, более строго относящиеся к своей религиозной жизни. Они правильную одежду носят, они правильные слова говорят, они правильную еду кушают. Да, совершенно верно. У них все правильно. Они не прощают ни себе, ни кому-то каких-то оплошностей. Но, к сожалению, многие смотрят сегодня на мир через призму консервативного или либерального христианства. Преимущество такого подхода заключается в том, что любой поступок человека можно так или иначе оправдать. Однако библейская классификация плотского и духовного требует глубокого духовного исследования. И нам стоит провести его тоже для нашего же блага. Задумайтесь над простыми словами, с которыми Бог обращается к нам. Это в Галатам 6 главе 7-8 текст. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Плотской человек желает следовать за Иисусом и делать угодное Ему. Но он не отдал свою жизнь в его руки. Или отдал, но потом потерял эту связь. Это значит, что он, возможно, даже неосознанно хочет жить одновременно и по Божьей воле, и по своей. Но это невозможно. В конечном счете человек берет все в свои руки. В конечном счете. Как говорит известный писатель, «Две души живут в больной груди моей, друг другу чуждые и жаждут разделения». Может ли Бог послать Святого Духа в такой ситуации? Ответ находим в Иакова 4 главе в 3 тексте. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». Я пришел к выводу, что это значит просить с плотскими намерениями. Если Бог ответит на такую молитву, то это только укрепит человеческую гордость, не так ли? Поэтому такой верующий живет и действует по своей человеческой мудрости и своими силами. В Откровении 3:16 он назван теплым, а в Матфея 25 главе – неразумной девой. Понятна мысль вот до этого момента, да? Почему мы не получаем ответы на свои просьбы? Мы же хотим, просим и не получаем. Почему? Потому что просим на свои плотские дела, для своей гордости, для своего тщеславия, может быть, религиозного тщеславия. А? Нет ответа, это тоже ответ. Да. Ну, теперь хоть будем знать, почему нет ответа, да? Еще одна глава. Ну, не глава, а подглава. Почему Иисус называет плотского христианина теплым? Почему так много верующих живет без крещения Святым Духом? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала обратимся к феномену Лаодикии. Почему Иисус называет прихожан Лаодикийской церкви теплыми? А мы знаем, что мы Лаодикия, да? Сейчас или нет? Или это еще будет Лаодикия? Или уже была Лаодикия, мы уже возродились? А? Самое то. Он дает четкий указатель. «Се стою у двери и стучу». Откровение 3:20. Иисус не был центром жизни этих верующих. Он стоял вне, перед входной дверью их сердца. Почему же Христос не может войти? Потому что Его не приглашают. Спаситель никого не заставляет впустить Его, потому что уважает нашу свободу выбора. А почему же верующие держат Иисуса за дверью? Для этого есть разные причины. Некоторые руководствуются чистым интеллектом
и строят логические планы своей духовной жизни, как это было с книжником Никодимом. Они не понимают сути христианства. То есть нужно родиться свыше. Иоанна 3 глава с 1 по 10 текст. Другие считают цену ученичества слишком высокой. Они не хотят терять так много, как в истории с богатым юношей. Чтобы следовать за Иисусом, нужно отвергнуть себя, быть открытым для перемен и полностью отдаться в руки Божьи. Нежелание впустить Иисуса может быть результатом небрежного отношения, если человек не проводит достаточно времени наедине с Иисусом. Итак, несколько причин, почему это происходит с нами, с плотскими христианами. Почему мы теплые? Либо мы слишком умные, да, полагаемся на свой интеллект, логически мыслим и строим свою роль христианина. Понимаете? Все правильно, все класс, все нормально, все окей. Другие же считают такое посвящение, вот такое следование за Иисусом чем? Слишком высокой ценой. Я многое потеряю. Я сам себе выбираю служение, я сам себе выбираю церковь, я сам себе выбираю все остальное, доктрины там и все остальное. Знаете? Или же просто небрежный человек. Он не проводит с Иисусом достаточно времени, чтобы испытывать вот эту нужду в постоянном его присутствии в своем сердце. Повторю, причина теплого состояния в Откровении 3.20 «Я стою у двери и стучу». Иисус не является центром жизни этих верующих, но стоит вне, на скамье запасных. Итак, теплое состояние человека касается его личных отношений со Христом. В других сферах, которые его беспокоят, он, скорее всего, не будет теплым, будет горячим. Например, человек вкладывает много усилий в свое профессиональное призвание, но пренебрегает женой. Он посвящен своей работе, но оказывается теплым в семейных отношениях. Вы можете примерным прихожанином церкви, успешным руководителем, пастором или президентом конференции, но при этом быть теплым в отношениях со Христом. Вы настолько сосредоточены на выполнении разных задач, что пренебрегаете личными отношениями со Христом. Но Иисус желает избавить нас от этой теплоты. Печально осознавать, что человек может быть настолько занят Божьим делом в церкви или в миссионерском служении, что начинает пренебрегать Святым Духом. Давайте еще посмотрим один пример, как автор ссылается на Откровение 3 главу и Матфея 25 глава, это притча о 10 девах. Что открывает нам притча Иисуса о 10 девах в отношении духовных и плотских верующих? Первое. Все обладали библейскими познаниями. Второе. У всех были светильники. У всех была Библия, все вышли встречать жениха, все с нетерпением ждали второго пришествия. Все уснули, все услышали призывы, проснулись, все взяли светильники. Все светильники горели вначале, но половина из них заметили, что светильники гаснут. Вот в чем отличие. Все девы взяли лампы и зажгли их, но для света лампам нужно масло. Их энергия иссякла. Через некоторое время пять дев поняли, что их светильники гаснут. Светильники неразумных дев, которые горели совсем недолго, показывают, что у них было нечто от Святого Духа, но этого было недостаточно. Слишком мало масла. Вот в чем заключалась единственная разница. Вы знаете, мы можем уставать от служения. Мы можем уставать от посвящения. Мы можем уставать от следования за Христом. Вспомните видение Эллен Уайт адвентистского движения. Был свет, прямой свет до конечной цели. И многие шли вначале, но постепенно падали. Постепенно сходили с дистанции. Было мало масла. Когда они пришли и хотели войти, Иисус ответил: «Я не знаю вас».
Они слишком поздно обратились за маслом, Святым Духом. Дверь уже была заперта. Это страшная картина. Слова Иисуса показывают нам, что наши отношения с Ним невозможны без Святого Духа. Кто не позволяет Духу руководить своей жизнью, будут отвергнуты Иисусом. В Римлянах 8:8-9 апостол Павел говорит: «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Таким образом, личные отношения с Иисусом возможны только через Святого Духа. В первом послании Иоанна, в 3 главе 24 тексте написано: «А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Это значит, если я уверен, что меня наполняет Святой Дух, то я могу быть уверен, что Иисус во мне, а я в Нем. Такой опыт пережила одна сестра, которая принимала участие в программе «40 дней молитвы». Благодаря присутствию Святого Духа в ее жизни она обрела совершенно новые отношения с Богом и стала очевидна для всех, кто ее окружает. После изучения этой книги сестра из Южной Германии написала следующее. Книга «40 дней собраний и молитв о приготовлении ко второму пришествию Денниса Смита и шаги к личному возрождению» стали великим и долгожданным благословением в моей жизни. В духовной жизни моих братьев и сестер, так же, как и у моей, всегда чего-то не хватало. Но теперь мы действительно почувствовали, как Иисус вошел в нашу жизнь и начал совершать перемены. Он продолжает работать над нами, и шаг за шагом мы становимся ближе к Нему. Еще один брат пишет: «Книга «Шаги к личному возрождению» глубоко тронула меня. Я был шокирован вестью из главы о 10 девах и отрывком из Римлянам 8:9. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Я начал сомневаться, имею ли я Святого Духа и действует ли Он во мне, потому что в моей жизни явно недоставало соответствующих плодов. В субботу вечером я окончил читать эту книгу, и меня наполнила невероятная печаль. Затем я прочел молитву, и во мне загорелось сильное желание получить Святого Духа, чтобы мое сердце преобразовалось, и Бог Отец мог изменить меня по своей воле. Спасибо вам за книгу и за слова, которые так сильно тронули меня». Самая большая трагедия для плоского христианина заключается в том, что если ситуация не изменится, он потеряет вечность. Апостол Павел пишет в Римлянам 8:9: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Подведем итог. Главное отличие духовного христианина от плотского заключается в присутствии Святого Духа. Духовный верующий исполнен Святого Духа. Плотской верующий недостаточно наполнен или же не наполнен Духом вообще. Вы осознали, что являетесь плотским христианином? Не впадайте в уныние. Бог предлагает нам лекарство. Какое? Святого Духа. В некоторых кругах о Святом Духе говорят слишком много, а в других пренебрегают им. Пусть Господь проведет нас по библейской середине. Ну и еще. Давайте дочитаем, у нас есть еще несколько минут. Сравнивая раннехристианскую церковь с церковью нашего времени, мы приходим к выводу, что первоапостольская церковь состояла по большей части из духовных верующих. Книга «Деяний» показывает нам, что именно этот факт был причиной их быстрого и успешного развития. У них не было никаких особенных ресурсов, но у них был Святой Дух. Сегодня мы обладаем изобилием ресурсов, но мы явно испытываем недостаток Святого Духа. Пастор Тозер говорил: «Если бы сегодня Бог отнял от нас Святого Духа, то 95% всего, что мы сейчас совершаем, продолжилось бы без значительных изменений, и мы даже не заметили бы разницу. А если бы Дух Святой был отнят у раннехристианской церкви, то 95%, то есть почти все, что они совершали, остановилось бы, и все ощутили бы эту разницу». Как мы научились обходиться без Святого Духа? Неужели сегодня наша церковь состоит по большей части из плотских верующих? Не являются ли следствием этого наше частое бессилие и поражение? Имеет ли отношение наше плотское мышление к тому, что во многих местах по всему миру наша церковь не имеет роста? Неужели многие проблемы в различных сферах коренятся в плотском мышлении?
С каждым шагом мы будем все четче понимать, что нашей главной личной и всеобщей проблемой является отсутствие Святого Духа. В области личных отношений мы можем с Божьей помощью все быстро изменить. И следующее обращение, направленное к служителям церкви, применимо и к каждому из нас. Пастор-евангелист Йоганнес Магер однажды сказал: «Павел проводит различия между духовными и плотскими христианами, между теми, кто наполнен Святым Духом, и теми, в чьей жизни нет места для Святого Духа, крещенные Святым Духом, но не исполненные им». Для служителя это значит следующее. Я могу получить лучшее богословское образование, быть сведущим в основных библейских языках и умело проводить экзегезу. Я могу обладать широкими интеллектуальными познаниями библейских истин и разбираться в богословии разных эпох. Я могу в совершенстве владеть искусством гомилетики и говорить блестящие жизненные проповеди, но вопреки всем своим знаниям и талантам не быть наполненным Святым Духом. Книги, образование, технические ресурсы и даже харизма могут стать ложными заменителями духовной жизни. Можно научиться проповедовать, молиться перед аудиторией, организовывать церковную жизнь, готовить евангельские программы, проводить пасторское консультирование без Святого Духа. Эллен Уайт так описывала эту опасную возможность. Причина, по которой влияние Святого Духа почти не ощущается, состоит в том, что служители научились обходиться без Него. Свидетельство для церкви, 1 том, 383 страница. Итак, главная трудность плотского христианства. Великих библейских принципов, таких как любить врагов, всегда прощать, побеждать грех, невозможно достичь человеческими усилиями. Они достижимы только силой Святого Духа. Поэтому совершенно очевидно, что главной проблемой плотского христианина является жизнь, основанная на человеческих усилиях. Мы не можем исполнить Божью волю своими силами. Но давайте прочитаем несколько библейских текстов, относящихся к этой теме. Исаия 64:6. «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Иеремия 13:23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы не можете ли делать доброе, привыкнуть делать злое?» Иезекииля 36, 26-27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Римлянам 8:7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Плотской ум враждебен Богу. Он закону не покоряется Божьему, да и не может». Что говорит Эллен Уайт по этому поводу? «Тот, кто надеется достичь небес исполнением закона, пытается сделать невозможное. Человек не может быть спасен без послушания, и дела его не должны исходить от него самого. Христос должен действовать в нем по своей воле и по своему благоволению». Мне кажется, что приведенные цитаты достаточно убедительно говорят о том, что мы не способны исполнить Божью волю без Святого Духа. Наша главная задача – принять решение следовать Божьей воле, а Он наделит нас силой исполнить ее. Поэтому очень важно в полноте понять эту доктрину о праведности по вере. Тем не менее, мы не можем подробно останавливаться на этой теме в контексте наших рассуждений, в этой книге он имеет. А теперь смотрите, что может произойти, когда человек пытается сделать что-то превыше своих сил? Что происходит, когда я начинаю думать, я не могу этого сделать, я снова потерпел неудачу? Наверное, это можно назвать разочарованием. Эта проблема больше свойственна молодому поколению, чем людям с большим жизненным опытом. У старшего поколения более развито чувство ответственности, оно более договороспособно, что касается семьи, школы, работы. Поэтому люди старшего возраста не так легко впадают в уныние, как молодежь. Но разочарование все же свойственно и тем, и другим. Разница состоит только в том, что молодой человек к нему более чувствителен. Движение по пути веры своими силами – это проблема каждого плотского христианина. Догадывается он об этом или нет?
Но как мы пытаемся решить эту проблему? Один начинает больше молиться, просить Божьей помощи и прикладывать еще больше усилий. Другой считает, что не стоит подходить ко всему с такой фанатичностью. Он принимает решение относиться к вещам проще и чувствовать себя свободнее. Третий вовсе отрекается от веры и утверждает, что чувствует себя намного лучше без нее. Единственная проблема заключается в том, что все вышеперечисленные решения ошибочны, потому что рано или поздно они приведут к плачевным последствиям. Самый верный путь – это серьезно отнестись к Божьим повелениям, потому что они даны нам с любовью и для нашего добра. Но стоит помнить, что для этого нам нужна Божья сила. Поэтому истинный путь – это жизнь в силе Святого Духа. Жизнь постоянного роста в радости, вдохновении, в силе, продуктивности и победах. Думаю, что для всех уже очевидно, что эта проблема касается прежде всего плотского христианства. И мы понемногу начинаем понимать, почему Иисус не желает, чтобы его последователи были теплыми. Они не живут жизнью с избытком, как того желает для них Господь, и являются плохим примером, хотя могут и сами об этом даже не подозревать. Однако эта проблема намного серьезнее, чем мы думаем. Неискренние христиане хуже язычников, потому что их лицемерные слова и непосвященное состояние сбивают с истинного пути тех, кто их окружает. В книге «Христос. Наша праведность» Артур Даниэльс пишет следующее. «Но формализм особенно обманчив и губителен. Он представляет собой ту скрытую под водой скалу, которая во все столетия неожиданно и часто угрожала церкви кораблекрушением. Апостол Павел предостерегает нас относительно вида благочестия при отрешенности от силы его и говорит об этом как об одной из опасностей последнего времени, призывая нас избегать его обманчивого и чарующего влияния». Но что приводит к такому плотскому христианству? Ниже перечислены факторы и причины, которые могут привести к плотскому христианству. Первое – это невежество, то есть незнание. Да? Человек не вникает, не знает, ему хорошо живется так. Мы недостаточно глубоко исследовали тему «Жизнь во Святом Духе» или же не нашли ключ, как можем применить ее на практике. Второе. Неверие или недостаток веры. Исполнение Святым Духом невозможно без полного доверия и посвящения Иисусу Христу. Подобное неверие может иметь место по незнанию, но чаще мы просто боимся, что Господь поведет нас не так, как мы того хотим. А значит, мы не до конца доверяем Божьей мудрости и Божьей любви. Третье. Ошибочное представление. Мы можем считать, что исполнены Святого Духа, хотя на самом деле его в нас нет или есть, но в недостаточной мере. Такая проблема встречается чаще всего. Четвертое. Мы слишком заняты. Мы настолько перегружены, что кажется, у нас мало или вообще нет времени, чтобы поддерживать отношения со Христом. Иногда мы все же находим это время, но не используем его продуктивно и не растем духовно. Я бы сказала, что мы недостаточно организованы, потому что время у всех есть, 24 часа его всегда есть, правда? Просто нам нужно правильно распоряжаться этим временем. Пятое. Скрытые грехи. Потеря искупления. Это похоже на короткое замыкание, отсутствие связи с источником Божьей силы. И, наконец, шестое – это действия, руководимые чувствами. Божье Слово говорит – праведный верою жив будет. На что я опираюсь, когда принимаю решение? На веру в Бога или на свои чувства? Меня очень впечатлила цитата из книги Роджера Морнье. «Духи будут убеждать людей прислушиваться больше к своим чувствам, чем к Слову Божьему и его пророкам. И для них нет более простого способа завладеть человеческой жизнью». То есть самое простое – это ухватить человека за его чувства. При этом сам человек не будет даже подозревать, что происходит. Зачем мне просить об исполнении Святым Духом, если я уже исполнен Святым Духом? С одной стороны, Святой Дух дается нам для того, чтобы пребывать с нами, а с другой,
Мы должны постоянно с верой просить Святого Духа. Как же нам решить это противоречие? С одной стороны, в Иоанна 14:17 Иисус говорит: «Ибо Он с вами пребывает и в вас будет». А в Деяниях 2:38 Петр сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Это с одной стороны. А с другой стороны, в Луки 11:9-9 текста по 13 Иисус говорит: «Просите, и дано будет вам. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». И в Ефесянам 5:18 «Исполняйтесь Духом». В греческом оригинале обеих текстов данная просьба стоит в длительном времени. Вывод. Эллен Уайт говорит: «Однако Дух всегда действует в согласии с писанным Словом, как в природе, так и в духовном мире. Биологическая жизнь каждое мгновение сохраняется Божьей силой, однако поддерживается не чудодейственным способом, а с помощью благословений, доступных всем нам. Духовная жизнь также поддерживается с помощью средств, о которых позаботилось божественное провидение. Если последователь Христа желает возрастать в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, он должен есть хлеб жизни и пить воду спасения. Он должен бодрствовать, молиться и трудиться, во всем повинуясь наставлениям Бога, данным в Его Слове. При рождении мы получили жизнь, но чтобы поддерживать эту жизнь, нам нужно есть, пить, двигаться и так далее. То же касается и духовной жизни. Мы получаем Святого Духа, когда принимаем крещение от воды и Духа, то есть рождение свыше. И эта духовная сила сохраняется в нас всю жизнь. Но чтобы поддерживать эту силу, нам необходимо использовать духовные средства, которые дает нам Бог – Святого Духа, Писание, молитву, служение и другое. А кто же я? Теперь самое важное – определить, какой же группе принадлежу я. Кто я? Когда моей маме было 20, один мужчина задал ей вопрос о вере, на что она ответила, что ей это неинтересно. Тогда мужчина спросил: «А если бы сегодня ночью ты умерла?» Этот вопрос причинил ей боль. Но впоследствии это принесло ей осознание. Вопрос привел ее к решению последовать за Иисусом и присоединиться к церкви. Возможно, подобный вопрос поможет и нам. Представьте, что сегодня ночью вы умрете. Ну, сердечный приступ, несчастный случай. Уверены ли вы, что обретете вечную жизнь с Иисусом? Примите это решение сегодня. С тех пор, как мне начало открываться величие этой проблемы, я чувствую тревогу. Я много думал и молился о том, стоит ли мне писать этот раздел, но все же решился, потому что это вопрос счастья не только в этой жизни, но и вечности. И он оказывает влияние не только на церковную жизнь и ее миссию, но и на состояние семей. Я не знаю, кто будет читать эту весть, но хочу, чтобы истина, которая помогла мне, стала полезной для кого-то еще. Каждому плотскому человеку очень важно увидеть свое состояние, иначе он не сможет воспользоваться Божьей силой и измениться. Господь своей великой любви хочет обильно нас благословить через близкие отношения с Иисусом и Святым Духом. В результате мы сможем восполнить нашу великую нужду и пережить великие благословения. И что удивительно, с Божьей помощью перемены в нашей жизни могут произойти мгновенно. Более детально мы будем позже касаться этого вопроса. В Библии проблема плотского христианства описывается по-разному. Группы людей и каждый человек лично могут иметь свои отличительные особенности, но центральная проблема остается одной и той же. Это плотские, неразумные, теплые. «О, если бы ты был холоден или горяч!» Удивительно, правда? Иисус отдает предпочтение холодным, а не теплым. Почему Он так говорит? Неискренние христиане хуже язычников, потому что их лицемерные слова и непосвященное состояние сбивают с истинного пути тех, кто их окружает. Язычник не скрывает, на чьей он стороне. Теплый христианин лицемерит по отношению к обеим сторонам. Он не является ни хорошим последователем мира, ни хорошим христианином. Сатана использует его для выполнения той работы, которую он не может сделать никто другой. Это письмо Эллен Уайт
номер 44 в 1903 году. Правда так? Не в бровь, а в глаз. Дальше. Плотской – это нерожденный свыше или не сохранивший это состояние. Новое рождение – это довольно редкий опыт в наше время. Вот почему возникает так много недоразумений в церквях. Многие из тех, кто называется именем Христа, не освящены и не имеют святости. Они были крещены, но были похоронены заживо. Их внутреннее естество не умерло, и поэтому они не воскресли к новой жизни во Христе. Следующее – это вид благочестия, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Артур Даниэльс говорит об этом следующее. Но формализм особенно обманчив и губителен. Он представляет собой ту скрытую под водой скалу, мы уже читали этот статус, которая во все столетия неожиданно часто угрожала церкви кораблекрушением. Апостол Павел предостерегает нас относительно вида благочестия, при отрешенности от силы его, и говорит об этом как об одной из опасностей последнего времени, призывая нас избегать ее обманчивого, чарующего влияния. Что пишет Эллен Уайт? У нее несколько таких тревожных заявлений на эту тему. «Немногие, очень немногие», — написала. В том сне я увидела стража, стоявшего у двери большого здания и спрашивавшего каждого подходившего ко входу, получил ли ты Святого Духа? В руке у него была измерительная трость, и лишь немногие, очень немногие были пропущены в здание. Почему мы такие вялые? Почему воины Христа такие вялые и безразличны, пишет сестра Вайт? Потому что они в сущности далеки от Христа, лишены его духа. А раз нет духа, значит нет силы. Нет нужды говорить здесь о краткости и неопределенности жизни. Однако нельзя молчать об опасности. Опасности, недостаточно понимаемой многими. Она заключается в нежелании людей безотлагательно уступить призыву Духа Божьего порвать со грехом. Каким бы малым ни казался грех, всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. В чем заключается суть греха? Что не верует в меня. Мы можем понять, что действительно верим в Иисуса, только если отдадим все в Его руки. Это означает полное посвящение, желание следовать за Ним во всем. Повторю еще раз. Я решил вставить этот очень серьезный раздел, потому что здесь я затрагиваю тему, от понимания которой зависит счастье не только в этой жизни, но и в вечности. Счастье наших близких, родных, а также наших церквей. Итак, вопросы еще раз вопросы. Самый важный вопрос – наделен ли я Святым Духом? Как я могу исполниться Святым Духом? Какие существуют условия для исполнения Духом? Какие положительные плоды проявляются в жизни со Святым Духом? Чем опасна ситуация, когда человек ошибочно считает, что он наполнен Святым Духом? Поблагодарите Господа за то, что мы смогли больше углубиться в эту тему возрождения. Я уверен, что у Бога есть множество серьезных причин, по которым Он через Святого Духа побуждает нас к возрождению. Возможно, Он желает восполнить нашу нужду и вывести из состояния Лаодикии. Он желает приготовить нас к скорому второму пришествию Иисуса и особенным событиям, которые будут этому предшествовать. Он желает произвести великое заключительное возрождение во всем мире – через тех, кто сохраняет заповеди Божьи, имеет свидетельство Иисуса Христа. Давайте также скажем спасибо Господу за то, что каждый плотской христианин может быстро стать духовным. Поблагодарим Спасителя за то, что каждый живущий во Святом Духе может возрастать в меру полного возраста Христова. Это наш следующий шаг. И, наконец, новая мотивация и внутренняя радость. Одна сестра в церкви дала мне книгу «Шаги к личному возрождению». Я была поражена ее содержанием. Я давно искала нечто подобное и теперь, наконец, нашла. После начала исследования своей духовной жизни мне стало понятно, что нужно что-то менять. Я дала свою жизнь в руки Иисуса. С того момента Господь начал будить меня рано утром и подарил мне время для общения с Ним. Каждый день я читала по одной главе из книги «40 дней молитвы». Я начала замечать, насколько сильно укрепились мои отношения с Иисусом. Они стали более глубокими и искренними.
Святой Дух работает над моим сердцем». После этого я начала читать продолжение, книгу «Шаги к духовному возрождению». С тех пор я прочитала каждую из этих книг по 4 раза. Теперь я просто не представляю свой день без общения с Богом. Моя новая мотивация и внутренняя радость не могут оставаться незамеченными, поэтому результаты проявляются и в окружающих. За это время я испытала множество опытов с Богом. Я постоянно ищу возможность поделиться этими опытами. Близкие отношения с Иисусом открывают незначительность многих вещей, и все излишние переживания просто исчезают. Я надеюсь и молюсь, что еще многие смогут пережить то, что посчастливилось пережить мне». Вот такая глава, которая затрагивает проблему нас с вами. Вот. Я лично под впечатлением этого очень глубоко анализирую свою жизнь, анализирую свое духовное состояние, прихожу к выводу, что я больше плотской христианин, чем духовный христианин. Потому что многое делаешь своей волей, своими силами, может быть, своими планами, логикой своей и так дальше. Больше полагаемся на свои какие-то силы. Вот. Но очень важно понять это. Это первый шаг. Понять и принять это, можно сказать, обличение, хоть это, может, такое слово жесткое. Но ни в коем случае, друзья, даже, я бы так сказала, даже если все хорошо, даже если я 1000 раз духовный человек, но лучше еще раз проверить себя, а не обманываюсь ли я, понимаете? На всякий случай, не обманываюсь ли я. И вы знаете, это делать нужно постоянно. Каждый день посвящать себя, каждый день себя анализировать. Но не так, чтобы закопаться в такое, знаю, какой я плохой человек. Нет. А просто, чтобы понять проблему. Здраво, так, знаете, ну, по-взрослому, по-настоящему это сделать. И я уверена, что Господь будет открывать нам наши проблемы и будет указывать нам путь, идя по которому мы действительно будем иметь огромное благословение. Почему вначале я задала этот вопрос о роли Святого Духа в нашей жизни? Я думаю, каждый из вас задумался. Мы не часто задаем себе этот вопрос. Вот в чем проблема. Правда? Не часто. Но это главный вопрос нашей жизни. Исполнен ли я Духом Святым? Ефесянам 5:18. Это пожелание апостола всем верующим, всем последователям Иисуса. Исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. Давайте мы помолимся, и потом еще буквально пару слов будет о некоторых предложениях. Давайте помолимся. Может быть, кто-то имеет побуждение помолиться. Давайте несколько молитв из зала. Дорогой наш любящий Отец, мы благодарны за то, что ты нас собрал и даруешь нам истину. Открываешь, Господи, то, что ты верил. Даруешь Духа Святого, Господи, и силу для того, что мы верим. Пусть славится твое имя в Иисусе Христе, Духом Святым. Аминь. Аминь. Благодарны за те перемены, которые ты произвел в нашей жизни. Но мы видим, что мы успокаиваемся на достигнутом. Господи, не дай нам покоя. Пока мы не исполнимся полнотой Духа Святого. Во имя Иисуса просим. Аминь. Аминь. Дорогой Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты так любишь нас, что не оставляешь нас в нашем спокойном состоянии, душевном состоянии таком. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты обличаешь нас, за то, что Ты открываешь нам наши проблемы, за то, что Ты побуждаешь нас искать
лучшего, горнего, а не земного. Мы благодарны Тебе, Господи, за ту надежду, которую Ты постоянно даруешь нам. Дай же нам, Господи, веры, настолько сильной веры, чтобы мы не просто имели какие-то отношения с Тобой, но чтобы это были самые сильные, самые близкие отношения доверия между нами и Тобой. Помоги нам, Господи, возрастать в таком доверии. Помоги нам полностью отдать Тебе жизни наши, чтобы быть исполненными Духом Твоим. Мы просим об этом во имя Христа. Аминь.